Участники городских соревнований в честь закрытия летнего сезона в один голос утверждают, что рыбалка – это не просто хобби, а образ жизни. Многие из них впервые взяли в руки удочку еще в далеком детстве. Рыбалка всегда помогала расслабиться и отвлечься от бытовых забот. А поднабравшись опыта и почувствовав уверенность в своих силах, можно и посоревноваться с другими рыбаками. Поделиться опытом, познакомиться – тоже неплохо. Вот это тоже для души. Интересно подобрать ключ к рыбе. Неизведанное что-то изведать. Может быть, какая-то магия, поэтому даже у рыбаков есть поговорка. Могло быть и хуже, могли бы совсем на рыбалку не попасть. Это вот когда зимой или в дождь, все равно же заставляет, что-то тянет. Несмотря ни на что. Уже не первый год в городе официально зарегистрирована Федерация рыболовного спорта. Сегодня в ее состав входит порядка 20 человек. Однако любители рыбалки в Сарове значительно больше. Просто далеко не все готовы показать свои умения на городских соревнованиях. Очень многие боятся выходить. Хотя, в принципе, по большому счету ничего сверхъестественного нету. И по большому счету это ничем не отличается от обычной рыбалки, только добавляется соревновательный момент. И принцип, естественно, поймал, отпусти. Ну а те, кто все-таки захотели посоревноваться, достичь новых результатов или укрепить прежние, вооружились спиннингами и отправились на городскую плотину. К слову, за прошедший сезон некоторые члены Федерации рыболовного спорта повысили свой спортивный разряд и получили судейские категории. Все равно больше сопутствует удача на спиннинг, потому что все пришли, пытаются. Кто-то хочет поймать маленькую рыбку, кто-то крупную. Вот, допустим, у меня снасть рассчитана на более крупную. Попадется. И тут уже выбирает каждый свою стратегию, и лучший вариант каждый выбирает и ловит. Так что кому как повезет. Максиму Ведищеву в очередной раз удалось показать лучший результат на соревнованиях. Спортсмен подобрал ключ к рыбе и в буквальном смысле поймал удачу за хвост. И как результат, щука длиной 44 сантиметра и заслуженное первое место. Известно, что на всех соревнованиях рыбу поймать сложнее, чем на обычной рыбалке, потому что людей много, прессинг большой на рыбу. Но тем не менее, два человека у нас подобрали ключик сегодня к рыбе. После фестиваля по ловле на спиннинг у любителей спортивной рыбалки наступит небольшой перерыв. Зимний сезон откроют тогда, когда на водоемах появится устойчивый лед. Планируют, что следующие городские соревнования пройдут в конце декабря. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.